Немного из жизни Амадинок. Завтрак и водные процедуры. Солнце начинает кусочками какими-то светить по утрам в квартиру. Зимой этого не было. И муха ищет эти маленькие кусочки. Она готова лежать где угодно, но лишь бы попасть в это солнечное пятнышко. Ушельце, ты хочешь попасть в солнечное пятнышко? Ведь ей же не холодно, а просто вот нравится на солнышке, чтобы солнечные ванны были. Будет жмурить глаза, лежать такая счастливая. Ну, теперь ей будет хорошо, теперь каждый день уже будет попадать все больше солнышка в квартиру, и она будет просто счастлива и обалдеть на этом солнышке. Свинкам же наоборот. Лучше спрятаться куда-то в тень, надо, чтобы был большой сеновал, много-много еды, и тогда они тоже себя чувствуют довольными. Тут у нас Хома. Персик пытается удрать, уже изгрыз всю клетку. Выпустите меня, выпустите, хочу. Где-то шляться. Потому что внизу девочка. Я их пока вместе не свожу. Потому что это тоже такой процесс. Надо обдуманно к этому подходить. Так, как тебе там показать? Вот так покажем. Он уже прогрыз у себя даже в домике дырку. У него теперь есть запасной выход. Сейчас только заметила. Сделал себе запасной выход. Привет, привет, персик. Очень очаровательный хомячок. Девочка делает запасы еды, складывает за щечные мешки, а потом все это потащит прятать в домик. Выбирает самое вкусное, конечно. Зачем мне всякую невкусняшку кушать? Там
принесла прятать в домик. Присоска-чистильщик. Рыбка, которая чистит стеклышки от анциструс. Сомик, вот так он все в аквариуме. Камушки, коряшки, стенки, все чистит. Мы вместе с Мохой завтракаем. Она сидит за моим столиком и не видит, что ее отражение в зеркале. Свет, мой зеркальце, скажи, я ли самая красивая муха на свете? Что-то увидела в окошке. Жалко, что она сама себя не видит и не понимает. Машинцы. Клички-забияки. Тут пока утренняя кормежка, чистка. Выглядит это так. Муха сидит и наблюдает. Пока это что-то делаю, потому что хомячки очень интересны. Они такие маленькие, такие смешные. Да, муха, скажи, что это там такое происходит? Она смотрит, как они там пытаются выбраться, удрать. Хомка. Привет. Там у нас отдельно сидит девочка. Если вместе держать, то будут драки, к сожалению. Свинки в ожидании завтрака. Пока им положила только свежее сено, вкусненькое, ароматное. Но они все равно ждут, когда будут какие-то вкусняшки. У них тут веселье. Привет, лысик. Это лысая порода. Скини. Они похожи на бегемотиков. Такие классные. Очень теплая температура тела у них. Они прямо горячие. Поэтому зимой им холодноватенько, надо ставить домик, но сейчас уже становится тепло, и поэтому я уже домик сейчас не ставлю в это время. Они прижимаются к этим пушистым свиночкам, к этим порода тедик, они к ним прижимаются и тогда греются о них.